Это как в мультике «Трое из Простоквашино». Кот Матроскин говорил, я еще и вышивать могу, и на машинке тоже. Так, выключили? Хорошо. Первое, конечно, это был прикол, это играл не я, это была все демонстрационная музыка, а «Собачий Вальс» это в моем исполнении. Так вот, видео обращено к комментатору, который написал вот этот вот комментарий. И ему же я хотел бы сказать, дружище, не важно, что ты увидел на руках пианист, контрабасист и так далее. Я умею играть как на пианино, как на гитаре, как на губной гармошке, так и вот на вот этой вот хрени, название которой я всегда забываю. А чем можешь похвастаться ты, эксперт диванный?